А что касается акций и конкретно секторов, на ваш взгляд, в ближайшее время какие отрасли окажутся под давлением, а где наоборот есть потенциал? Многие сейчас говорят в начале нового цикла сырьевого, что технологические компании уже все не так интересно, и теперь надо посматривать в сторону банковских бумаг, в сторону бумаг metal and mining, добыча нефти и так далее. Я, вы знаете, я не умею судить такими короткими отрезками. Да, вот если вы меня спросите на ближайшие там полгода, во что надо инвестировать, я просто не знаю. Когда мы работаем с акциями, мы мыслим категориями в 2-3 года как минимум. И наша практика показывает, что на горизонте в 2-3 года сектора достаточно непредсказуемо меняются местами с точки зрения приоритетов, но лучшие бумаги в худших секторах дают значительно лучший результат, чем средние бумаги в лучших секторах. Поэтому мы всегда ставили перед собой задачу, вне зависимости от сектора, найти чемпиона. И я думаю, что ту же задачу надо ставить сейчас. Конечно, вот сегодня локально технологические бумаги достаточно сильно перекуплены за вот этот период кризиса, потому что большое количество инвесторов, они очень short-sighted, да, они видят вот только то, что они видят сегодня. Они видели резкий переход в онлайн, скажем, и на технологии в связи с коронавирусом. Понятно, что такого резкого перехода в конечном итоге не будет. Но мы отступим с вами сейчас на несколько месяцев, и все равно тот же самый техсектор разделится на тех же самых чемпионов и аутсайдеров, и надо будет оттуда все равно покупать чемпионов, несмотря на то, что он перекуплен был, да. И тот же сектор какой-то automotive, например, он последние годы традиционно считается плохим, но при этом там есть небольшие компании, которые хороши. Ну, а Tesla, которую я никогда не покупал и никому не советую, но де-факто же Tesla принесла огромные деньги своим инвесторам. Это тоже automotive. А как определить чемпиона на том этапе, пока он еще не виден всем? Какие есть признаки вот этого рождающегося единорога, на ваш взгляд? Идиосинкратически никак. Вы никогда не угадаете в 100% случаев. Статистически мы используем достаточно сложный факторный анализ, который в основном сводится к так называемому value-анализу. Я думаю, что ваши зрители все знают, что это такое. Надо сказать, что value-анализ последние 10 лет очень плохо работал, потому что он соотносится с каким-то здравым смыслом, а последние 10 лет в основном рынок двигался ликвидностью, конечно, а не здравым смыслом. Плюс у нас огромное количество новых инвесторов, которые оперируют своими инвестициями, исходя из передовиц газет, а не исходя из серьезного анализа. Вы можете быть абсолютно правы, что по этой полосе надо ехать вперед, но если все решили, что они в Англии и поехали по этой полосе назад, то вы просто не сможете проехать. Это надо понимать. Но, тем не менее, мы достаточно успешно используем вот этот самый value-анализ с добавлением факторов и не всегда угадываем, но в общем угадываем в большинстве случаев. Вот это огромное количество новых инвесторов, этот всплеск интереса к фондовому рынку как во всем мире, так и в частности в России, на ваш взгляд, какая основная причина и к чему это приведет? Основных причин две. Они более-менее interconnected между собой. Первая причина связана с тем, что у нас мягкая монетарная политика, а вторая причина связана с тем, что, как ни странно, локдауны вызвали остановку денег в экономическом движении, а остановившиеся деньги куда-то должны были пойти. То есть, с одной стороны, локдаун – это было очень плохо для парикмахера, потому что парикмахеры прекратили работать, и вы не пошли в парикмахер. Но, с другой стороны, деньги, которые вы не потратили на парикмахера, которые затормозились в этом процессе, они вышли из экономического оборота. Они все двинулись на фондовый рынок. Частично они двинулись, потому что ваш банк их туда направил с вашего счета, частично потому, что банк дал деньги брокеру под очень низкую ставку, частично потому, что вы сами пошли и вложили эти деньги в фондовый рынок, потому что делать вам стало нечего, на работу вы ездить перестали, к парикмахеру вы не ходите. И очень многие люди отправились поиграть как в компьютерную игру в фондовый рынок. Это достаточно временно с точки зрения паттернов поведения людей. Многие люди на волатильности деньги потеряют, многие люди просто вернутся к своим обычным занятиям, многие люди отнесут деньги парикмахеру в конечном итоге. Но с точки зрения мягкой денежной политики это надолго, потому что, как видите, ни одно крупное правительство просто не понимает, как иначе стимулировать экономику. И это не то, что они дураки, я тоже не понимаю, например, да, вместе с ними. Вот. И я думаю, что мы это будем видеть, вот этот фактор мы будем видеть на рынке еще надолго. То есть я правильно вас понимаю, что все-таки не будет продолжаться такого большого роста, потому что процесс развернется в обратную сторону? Я не знаю. Вы понимаете, как хорошо мне было бы, если бы я знал.
как легко я сейчас построил бы позиции свои. Я думаю, что пока на рынке держится достаточно высокий уровень роста денежного агрегата и мягкая монетарная политика и очень низкие ставки, мы так или иначе все равно будем видеть какой-то рост. Да, он может быть кусками, местами, он может перемежаться жесткими и резкими коррекциями на новостях, он может перемежаться периодами стагнации, но он будет в целом происходить. Это то, что мы видели с вами в последние почти 10 лет. Рынок будет готовиться так или иначе, доходить до некоторого абсурда к моменту, когда ставки опять начнут расти. Другой вопрос, не попали ли мы сейчас окончательно в крысиную ловушку. Дело в том, что у американца среднего, у него кредитов примерно на его годовую зарплату, а пенсионных сбережений на 2 годовых зарплаты. Пенсионные сбережения в основном вложены в рынки. Сейчас сделать движение, которое заставит рынки уйти в более или менее плавное пике, это нанести мощный удар по пенсионной системе американской. И в этом смысле, когда решение о том, что делать с монетарной политикой, будут приниматься, это не может не браться в расчет. Поэтому я думаю, что мы надолго в такой монетарной политике. Дольше, чем мы с вами не встретимся до следующего интервью, уж точно. И поэтому мы спокойно можем сейчас говорить о принципиально нулевых ставках мягкой политики, программах выкупа и всех последствиях этого и их влияния на фондовый рынок, не забывая при этом, что рынки стали намного менее профессиональными от этого, а поэтому они будут значительно более волатильными. Вы упомянули, что многие новые инвесторы могут разочароваться, да, и могут потерять деньги. Есть ли в этом какая-то дополнительная опасность? Есть ли в этом какой-то сильный минус для фондового рынка, который может себя дискредитировать? Мы с вами, понимаете, мы с вами говорим же не о по волне, которая идет через весь рынок. Да, эти инвесторы новые, они в основном будут терять деньги не тогда, когда они вошли пассивно в, скажем, индекс, и не тогда, когда они инвестируют консервативно. Многие инвесторы будут пробовать все то, что как бы до них пробовали все поколения инвесторов. Они будут пробовать переиграть весь рынок, заработать сразу 100%, вложиться с большим плечом, купить одну конкретную акцию, про которую они прочли в газете или про которую получили совет от букмекера под названием «брокер» и так далее. И они будут терять, но это будет не системная потеря, это будет не там, удар 2008 года. Эти инвесторы будут так или иначе, как всегда это бывало, выходить из рынка, выпадать, разочаровываться, научаться, банкротиться или там, терять какие-то деньги. Но на сегодня на рынок, в котором доминируют все-таки институциональные инвесторы, это не будет влиять в целом. Их движения будут броуновскими, разнонаправленными. Какой бы вы совет дали начинающим инвесторам, которые в этом году под влиянием низких ставок пришли на рынок и решили, что ну, вот как раз здесь-то есть возможность сберечь, а может быть даже приумножить мои накопления. От чего стоит предостеречь, чему научить? Тем, кто пришел на рынок после марта, было, вообще говоря, очень хорошо. Более-менее во что бы они ни инвестировали, они получали приличный результат. Где-то может быть близкий к нулю, а где-то очень высокий. Это может создать у таких инвесторов иллюзию того, что рынки приносят большие деньги, а они умеют на них инвестировать. Я слышу от достаточно большого количества людей, которые в этом году с разными деньгами пришли на рынок, в том числе от опытных бизнесменов, которые в этом году стали под влиянием момента инвестировать свободные средства в рынок, серьезные рассуждения о том, как они думали, во что проинвестировать и как они заработали. Мне кажется, самое важное, что стоит донести сегодня до инвесторов, это то, что год вообще не показатель. Заработали вы в этом году или потеряли, не имеет никакого значения для следующего года. Следующий год будет абсолютно другим. Он будет значительно сложнее с точки зрения инвестирования. Он непонятен пока с точки зрения того, какие процессы будут доминировать. Он, безусловно, будет волатильным. Просто рынки на таких уровнях всегда волатильны, иначе никогда не бывает. Поэтому забудьте все, чему вы думаете, вы научились в этом году. Вы на самом деле не научились ничему. Учиться надо заново. Если про российские рынок поговорить. Как вы думаете, какие сектора сейчас на российском рынке и, может быть, даже какие-то отдельные бумаги выглядят наиболее интересно? Знаете, я плохой специалист по микроанализу, вот с точки зрения, там, скажем, российских бумаг вообще. Я к российскому рынку отношусь очень прохладно. Когда-то это был великий рынок, да, в нулевые годы. Когда-то я на нем много зарабатывал, и клиенты наши на нем много зарабатывали. Начиная примерно с 2011 года, этот рынок каждый год становился хуже, меньше, менее ликвидным. И происходило
это потому, что инвесторы разочаровывались в дисциплине и надежности, потому что права инвесторов нарушались все больше, потому что сама конструкция рынка становилась все хуже, потому что отношения у страны с внешним миром становились все хуже. И сейчас рынок превратился, в общем, очень маленький, очень локальный и малоинтересный, честно говоря. Если посмотреть на его, скажем, долларовые оценки, то за последний год на нем инвесторы ничего вообще не заработали. За последние 10 лет мы сейчас все равно продолжаем находиться на уровне 2006 года, 2005 года по оценкам, и это в номинальном выражении. Если учесть инфляцию доллара, так там ситуация совсем плоха. Вот. В этом смысле, мне кажется, что в отличие от, скажем, рынка американского, изучать достоинства и недостатки российских акций занятие где-то бессмысленное, потому что над всем этим доминирует неопределенность с точки зрения легальной ситуации и прав инвесторов. Вот последний кейс Беринг Восток, например, да, где оказалось, что можно посадить людей в связи с тем, что кто-то решил отнять кусок бизнеса. А когда они согласились отдать кусок бизнеса, показательно выпустить этих людей моментально. Да, мне кажется, я не знаю, что хуже для международных инвесторов. Первая часть или вторая часть. Потому что если после первой части еще можно было воображать, что там есть какой-то криминал. Но после того, как людей отпустили, сразу как они отдали кусок бизнеса просто, уже понятно, что никакого криминала, конечно, не было. Вот, в этом смысле я не инвестирую в российский рынок. Я не советую инвестировать в российский рынок, а уже какой-то более подробный анализ сравнительных характеристик компаний здесь должен делать кто-то, кто лучше знает, о чем речь.